Привет! Мы продолжаем проходить дополнение под названием «Семя зла». И мы пришли выполнять дополнительное задание. Охотник. А где остальные? Вот если я начну отсюда его гасить обычными пушками. Кто-нибудь услышит? Мимо! Загрузка. Круто. Не дали еще достижение какое-то. Враг. Зануда. Это как зовут, охотник? Там у нас что? Граната. Нужно как-то забраться к этому дурачку. Или не получится. Тут никакого подъема нет. Ладно, сохраняемся. Я целую кучу всякого лома насобирал. Если Дакса не получится закинуть на возвышенность, то можно ему поменять шляпку. Мародер. Вот кого надо гасить. Стоп. Меняем Дакса. На свинку. Потому что этим пацанам надо способности свои перезаряжать. Хотя у Лосяша... Да, перезарядилась. Кривой дурак. Ну все, из-за этого лосяша придется загружаться. Сейчас посмотрим, как он кричит. Может, он какой-то больной и не будет этого делать. Ну, конечно, не будет. Так, надо тогда лося заменить. Все равно у него способность перезарядилась. Так, где этот болван? Рельсолюб. Поджигатель. Блин, тут много врагов. А куда этот-то ушел? Лузер, вот он идет, да? Мародер. Наш дорогой. Ладно, пусть спустится, а то получится, что он на возвышенности. И будут мне... срезать проценты попадания. А, у этого тоже способность перезарядилась. Крит. Ну все, он уже сдох. Можно у этого просто даже ход пропустить. Потому что он сгорит. Блин, почему так много народу сверху? Сколько здесь остается людей? Тут трое получается, да, и там трое. Вот к этому никак не забраться. Как его тогда мочить? А там у нас где стоят пацаны. Ага, один вдалеке. Даже двое. Может, тут использовать уже способность лосяша? Сможем ли мы за два хода замочить охотника? Тряд, большой хан.
Так, поехали. Он раздолбает дерево или нет? Да, пусть сюда, чтобы он отлетал налево. Надеюсь, это будет не очень громко. Зашибись. Стелс. Stay away from me. Крит. Ну все, он отъехал. Бинго. Двух ходов достаточно. Get over. Теперь можно взять свинью, вырубить этого рельса Люба. Не, не так, блин, ты чё, обалдел вместо Дакса заменять? Вот. Тут пушка какая-то уже. Вон к тому можно забраться. Охотнику. Так, вот он отходит. И пора действовать, наверное, стоп. Блин, не перезарядилась. Как быть? Можно попробовать вот этого замочить. Тут есть враги? Как уж туда попадать-то? Явно не так. Но там лежит аптечка. Вот здесь, наверное, проход у нас. Лом еще пропустил. Так, аптечка. Лом. По сути, у меня вообще целая куча гранат. Можно их бросать направо и налево. А нельзя ли, например, вот разделиться? Этих оставить здесь, а этот пусть валит наверх. Стоп, мы сохранимся. Он пальнет из своего арбалета. И он слетит вниз. Но я надеюсь, именно так и будет. А где? У него же 100% шанс, нет? Меньше? Это загрузка. Я даже не знаю тогда, с кого начать. Просто начать воевать или что? Раскидать их всех. По сути, эти верхние спустятся. Вот этого верхнего можно проботить. Если получится. Этот неуязвимо... Почему неправильная цель-то?
Дакс, во всяком случае, должен быть сверху, чтобы критовать постоянно. Только вот он нифига не достанет, да? Hey guys, come here. Ох, зачем эти сложности? Зануда. Что ты скажешь? Вон там ходит бот какой-то. Можно на нем набрать. Просто чтобы было меньше врагов. Это медбот, да, это медбот. Попробовать просто пальнуть. Рубильник как-то перезарядился. А у меня лося нет. Это загрузка. Возьмем вместо Магнуса лося. Потому что свинья мне еще нужна. Так, нормально. Главное, чтобы рубильник сработал. Он сработал. Ну все, это минус бот. Но свиньи должна способность перезарядиться или нет? Или роботы не считаются только живые? Пошли посмотрим. Лосю бы тоже способность перезарядить, и было бы вообще идеально, я бы тогда вон там зачистил все полностью. Сейчас посмотрим, что скажет свинья. Да, у него перезарядилось. Так, вот он вышел из области, да? Донат. Тот будет звать людей или нет? Вот это меня интересует. К тому же, если уж кого и мочить, то лучше того. Он явно посильнее будет. Так, он отсюда достанет, хорошо. Этот сразу троих сможет поджечь. Я надеюсь, он никого предупреждать не будет, просто их подожжет и убежит. Нет, он зовет. Ладно, попробуем повоевать. Поджег двоих. Этот спустился, отлично. Попал. Что довольно-таки неприятно. Так, Дакса можно вот сюда стянуть. Поменять ему пушку. Стоп, лось. Ты что скажешь? Добьешь его? Он его добьет только если кританет. Ты
Я не знаю, этого добивать, он, по сути, еще будет лежать. Или вон в того пальнуть. Все это минус поджигатель. Он убьет свинью. Это было предсказуемо. Того невозможно попасть. Добиваем этого. Дальше надо поднять свинью. Свинья, беги сюда. А, это лось. Блин, а свинье куда деваться? Ладно, беги сюда. А ты беги сюда. Но он только вот прятаться сейчас будет постоянно. Можно гранату использовать. Куда Дакса перетянуть? Невозможно попасть. Может, пусть горит. Или пусть его долбанет как следует. Может, и вагон этот раздолбаем. Дакс? А, Дакс, блин. Я ему пушку перезарядил. Надо было тогда подождать, а этот побежал прятаться. Ну все, он уже не жилец. Сам виноват. Нафига я пальнул? Там 25%. Надо было просто подойти. Ну ладно, он все равно должен сдохнуть. У меня же три персонажа живы. Попадешь, не попадешь. Зато дерево раздолбал. Ты уж точно должен попасть. Добыча. Добыча, добыча. Что у нас тут? Надеюсь, что-то стоящее. Уничтожает укрытие, отталкивает врагов. 10-14, ну ясно. Я рассчитывал на что-нибудь крутое. В результате получил какой-то отстой. Так. Здесь у нас еще три врага. Зануда. Охотник. Может просто ворваться и их замочить. А до этого он не спалился? Мы его еще и по стелсу можем замочить. Только вряд ли получится. Потому что он уже встанет скоро. Так, лось. А пусть получится, тогда вообще все идеально будет. Он не кританет. Он сейчас встанет? Или еще ход? Он встал. Пусть не ходит, пусть не ходит, пусть не ходит. Ясно, он предупредил всех. Молнии свои долбанул, лузер. Но ведь почти все получилось. Охотник спрыгнул, это супер. Еще один спрыгнул.
Ты придурок, куда ты пошел? На это использовался ход, зашибись. Еще и крит вылетел. Не, давай ты подойдешь, раз ты такой кривой. Он сейчас может сам отъехать. Что он и сделал, в принципе. Ясно. Придется поднимать только кого? Лося или свинью? Let me help you. I'm okay. I'm okay. Жаль, не кританул, он бы тогда точно отъехал от огня. Ладно, иди сюда. Будешь стрелять отсюда. Ну, наверное, можно подождать, не поднимать лося. Того-то мы замочим. Дакс жив. Это хорошо. Свинья жива. 50%. Только попади, давай. Ну все, он не жилец. Достижение какое-то. Может, за то, что я все дополнительные задания выполнил. Больше никакого лута. Все, можно тогда идти дальше по сюжету. Идем сразу в сад. Да, я уверен. Надеюсь, что они потом выпустят еще какое-нибудь дополнение. Или вторую часть уже. Приветствую, сталкеры. Я пыталась сломить вашу храбрость и подавить человечность. Вы слишком сильны. Придите и получите свою награду. Потому что игра прикольная. Я хочу вторую часть. Или дополнение. Но только более какое-нибудь масштабное, а не такое коротенькое. Потому что... очень много времени из того, что я здесь провел, я потратил просто на дополнительные задания. Или просто на свои тактики. А так это можно довольно быстро пройти. За сколько? За пару часов. Я не доверяю голосу, который сходит не из рта. У деревьев есть рты. Точно не кто-то из вас говорил. Отвали хлебала, ты на что намекаешь, что я типа Боб? К тебе и раньше было полно говна, да и сейчас хоть ковшом черпай. Ох, прости, я слишком много времени шатался по зоне. Мне надо команду поменять. Так, отряд, вместо него мы берем Магнуса. И надо поменять расположение на более привычное. Я уже привык, что они так расположены. А то все портится. Здесь у нас мусор. Ого! Какая-то огромная псина. Окей, spread out. А мы сейчас вот этого пацана вот сюда поближе подгоним. Критуй. А как он верхнего будет убивать, если что? Вот, например, если бы у меня они все сверху стояли, что бы он делал?
Так, горит, отлично. Тут сколько процентов будет? 100. Давай попробуем. Позвал своих псин глупых. Пусть они все на Магнуса нападают. Тогда просто идеально будет. Крит. Тоже крит. Ну. В принципе, он и сам сгорит. Может, мне стоит мочить, например, вот этого. Хотя, ладно, вдруг он пойдет лося бить. Этот в игре или нет, я не пойму. А то если он все слышал, то нет смысла стрелять этими пушками. Пока. Но если сейчас та фигня выплевывает кого-нибудь. Она выплевывает. Глупого стручка жога. Который еще в придачу не стреляет. Не-не-не, в эту фигню стреляем. А то она обалдевшая. Тут надо вот этого мочить. Ну все, эта псина горит. Этот зачем-то подошел. Нифига себе. Добиваем этого стручка. Что это за фигня была? Ну, стручкожок. Главное, чтобы хан этот не сдох. Потому что если он сдохнет, Дакс уже никого поднять не сможет сверху. О, этот запрыгнул, нифига себе. Серьезно? Ладно. Эта псина сама к нам придет. И Магнусу она ничего не сделает. Слишком далеко, блин. Так, эта псина сама спустится. Надо главное просто убежать. А можно, например, отойти вот сюда. Пальнуть. Дальше Магнусом подойти вот сюда. И тоже пальнуть. Поглощено, лузер. Но все, он сдох. Пес думал, что он самый умный. You're the best.
Граната. Граната — это хорошо. Хотя я и так купил себе их целую кучу. Можно их, кстати, уже начать использовать. Так, сейчас. Ручная граната. Это очень мощная вещь. И урон я ей тогда прокачал с помощью артефактов. Старая Джайка выделяет достаточно тепла, чтобы превратить зиму в весну. Она близко. Блин, а по сути можно вместо этих вонючих коктейлей еще взять себе ручные гранаты. Потому что коктейлями я и не бросаюсь. Давай вот так. Ну и у одного кого-нибудь пусть будет коктейль, так и быть. Мало ли. Вдруг все же использую. Там я тоже прокачал урон, чтобы 3 заход было. 3 заход — это в принципе неплохо. С каждым вашим шагом мои эндоспоры впитывали ваши феромоны и страхи. У героев такой сладкий запах. Вы заставили эту старую деревяшку снова почувствовать себя молодой. Может, мне придется воевать против своих клонов? Было бы неприятно. Офигеть, да чего зловещее дерево? Это и есть источник всех лиан, упырей, бобов и остальной дряни. Как нам драться с деревом? Для начала можно напасть на стручки по периметру. Давай. Боб-прыгун. Тут все в этих корнях глупых. Сердце дерева я пока не могу мочить, да? Я еще здесь и не проходил. Собираем все это. Возможно, мне это когда-нибудь пригодится, если выйдет еще одно дополнение. А возможно, нет. Так, так, так. Я бы не стал к ним приближаться, еще оттают и нападут. Все может быть. Боб саженец. Кстати, вот. А теперь подходим и по проверенной тактике просто лопасим эту фигню. Она не успеет никого выплюнуть. Было бы неплохо еще поджечь эту самую фигню. Нет, 75% это мало. Давай, подходи. Наверное, это все же немного по-читерски. Так, мочите этот лучок. Потому что по-честному же там нет возможности именно его атаковать. Все, минус. Всегда сохраняемся. Тут у нас есть здоровяк. 2 мелких лузера. Боб-разрушитель. Попробуем вот этого замочить, наверное. Крит в спину. Ну все, он сдох. Этот же не промажет. Кто-то что-то услышал?
Нет. А я уж подумал, они услышали. Все. По проверенной тактике. Крысим. А у свиньи перезарядилась способность или нет? Надо было бы тогда свинью брать. В смысле неправильная цель? Что за бред? Так, стоп, надо загрузиться. Я хочу посмотреть, перезарядилась ли у него способность или нет. Да. Тогда можно брать обратно лося. Идите все сюда. В том числе глупая утка. Этот придурок застрял. Вот почему он не мог ходить, да? Ну, значит, надо отбежать очень далеко и призвать команду. Тогда он должен телепортироваться. Все, отлично. А то нифига себе, блин. Взяла, баганула. Или стоп. Выйти. У меня есть способности, которые я перезарядил. Почему бы не использовать их на нормальных мужиках и потом опять подзарядить их? То есть вот этого боба мы и так, наверное, сможем замочить. А вот прыгуна нет. Поэтому вместо лося, например, мы сейчас можем взять свинью нашу, сохраниться. И все, идти его мочить. Потом опять перезарядить ему способность. И в случае чего еще раз ее использовать. Жаль, их нельзя перезвать во время боя. Хотя это было бы слишком читерски. Ну все, это минус боб. Кстати, здесь ничего не лежит. Снаружи. Совсем ничего. Ой, ладно, не сильно-то и хотелось. Пойдем тогда внутрь. Гасить неудачников. В принципе, сейчас можно еще использовать, ну, способность Хана. Этого лося, способность кукловод. Хотя кукловод это, наверное, на крайний случай. Ладно, давайте вот этого замочим. Даксу надо шляпу поменять, которая дает урон, когда он атакует с маскировки, а не с возвышенности. Блин! Тупая свинья! Пора давно им поставить, блин, наоборот, пушки. И почему у него не вот это стоит, а вот это? Это же мощнее.
Или вообще дробовик еще один. Стоп, это крутой дробовик, не? Этот дробовик должен быть у лося. А этому идет вот этот. Ясно, я все это время был с дробовиком похуже. Дальше ты. Ставим тебе эту пушку сюда. А сюда пистолет. Это же он. Теперь сохраняемся. А то мне надоело каждый раз менять пушки. Давно бы так сделал и все, и не страдал. Но как-то лень была. процентов лучше подойти. Ничего не выпало. Тут довольно много врагов. Прыгуна можно убить способностью лося. Вместо вот этого мужика мы возьмем лося. А, блин, тут этот стручок. Ну тогда можно сначала стручок замочить. Ну же. А почему у него был первый дробовик? А, у лося я не поменял. Я ему поставил неправильно, наверное. Зачем их показывают? Они же ничего не слышали. Это именно стручок. Сохранение. Идем мочить того. Ой, беспалевный. Здоровенный лось. Завизжал-то как. Блин, он как-то жестко его откинул. Хватит кричать. Кому это нужно? Никому. Вот и прекращай. Ладно, беги сюда. Все равно оттуда он вряд ли достанет. Подкрался так. А к тому же у него арбалет глупый. Serves you right. Hey, follow me. Так, лось. Да нет, у него правильно стоит все. Дакс. Вот этого еще можно сгасить. Вот он, неудачник. Давай кританье, пожалуйста. Придется лося тащить. Потому что он, как всегда, промажет.
Несмотря на то, что там целых 75%. Sprayed air sweet. Now that was a good kill. This way. Все ко мне. Ладно, думаю, на этом можно закончить. Пока.